Университет Лобачевского продолжает принимать поздравления со столетием и подарки к юбилею. 16 февраля представители регионального филиала Альфа-банка встретились с ректором Евгением Чупруновым, чтобы передать ННГУ прижизненные издания сочинений Лескова и Тургенева. Эти книги русских классиков старше нашего вуза. Они займут свое место в отделе редких и ценных изданий фундаментальной библиотеки ННГУ. Мы, рассматривая варианты подарков, решили сделать какой-то вклад, который будет на долгосрочную перспективу. Соответственно, это коллекционные книги, которых, ну, второго экземпляра не существует. Я, особенно в 90-е годы, всегда мечтал о том, что школам и высшим учебным заведениям когда-нибудь будут дарить на юбилеи только цветы и книги. Все остальное будет. Вот можно считать, что мы до этого почти дожили. Нам подарили книги. Настоящий университетский подарок.